Несколько минут назад закрылся расположенный на площади Вабадузе пункт консультирования и вакцинации от COVID-19. Все желающие могли пройти там вакцинацию с ноября прошлого года. С гостьей нашей студии, вице-мэром Таллина Бетиной Бешкиной, мы поговорим о том, почему было принято решение о закрытии этой палатки прямо под окнами мэрии. И смогут ли таллинцы и в дальнейшем легко попадать на вакцинацию. Бетина, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, давайте подведем небольшой итог. В течение года город оказывал поддержку таллинцам в профилактике COVID-19. И вот сегодня, можно сказать, такой очередной этап завершился с закрытием этих палаток. Да, год назад как раз мы начали эту деятельность по организации вакцинации, массовой вакцинации для жителей Таллина. Прошлой весной, когда только вакцины применялись более широко для группы риска, у нас были открыты центры вакцинации в Тондера, Басыля и Кая. Потом мы открывали палатки, где мы предлагали также консультации. Вопросы, которые интересовали жителей Таллина, они могли задать на месте медикам и при желании пройти вакцинацию. И одна из таких долгосрочных палаток стационарных – это центр на площади Вабадузе. На самом деле уже в марте мы закрывали другие центры, потому что интерес к вакцинации снизился, и количество людей, желающих поставить прививку, было все меньше. Не было целесообразно держать все центры открытыми. И сейчас мы понимаем, что и то же самое касается центра на площади Вабадузе. И поэтому в общей сложности за год в организованных Таллином центрах по профилактике COVID-19 было поставлено больше 200 тысяч прививок, доз вакцины 208 тысяч. Это большое количество. И на этом, собственно, мы можем на данный момент эту деятельность приостановить. В течение этого года Таллин принимал некоторые решения немного ранее, чем государство. Почему город счел необходимым эти решения принимать? С чем это было связано? Здесь было, стало ясно, что в контексте такого большого города, как Таллин, да, в масштабах Эстонии, самого крупного, и количество желающих сделать прививку, их сложно было обслужить в центрах семейных врачей. И, кроме того, в центрах семейных врачей достаточно большая нагрузка была и в связи с тестированием, и в связи с сезонными другими болезнями, и короной тоже. И что уж говорить о больницах, которые тоже перегружены. Поэтому Таллин нашел партнера на частном рынке. Это фирмы, которые предоставляют медицинские услуги, и при их помощи, помощи их персонала, организовал необходимые услуги. Стало ясно, что есть люди, которые сомневаются в том, ставить вакцину или нет, у них есть вопросы, и поэтому мы создали эту возможность в таких центрах профилактики. И мы думаем, что она себя оправдала, потому что действительно люди получили эту возможность и при желании укрепились, скажем, в своем желании и оставили свои сомнения и поставили вакцину. Это, конечно, добавляет и темп. И в данном случае мы говорим все-таки об эпидемии, когда нужны были быстрые действия. Давайте вспомним о людях, прежде всего о медицинских работниках, наверное, а также о ваших работниках, о ваших партнерах. Как они сработали в этой экстренной ситуации? Мне кажется, они действительно заслуживают благодарности. Медицинские работники в последние два года работали под большим давлением. Многим приходилось работать сверхурочно. И можно только их поблагодарить, что они продолжают работать. Кроме того, очень хорошо проявила себя и частная медицина. В данном случае вот в партнерстве с городом по организации процесса вакцинации как в палатках, так и на дому. И в дальнейшем тем, кому необходимо поставить прививку, могут это сделать у семейного врача, либо в больницах и аптеках, где эта деятельность проводится. Будем надеяться, что COVID все-таки отступит, а наша система здравоохранения наконец-то вздохнет более свободно. Бетина, спасибо, успехов вам. Спасибо.
И мы тоже вслед за вице-мэром Бетиной Бешкиной от всей нашей передачи хотим поблагодарить всех тех, кто весь год помогал нам принять меры, чтобы не стать жертвой тяжелой болезни или перенести ее легче и без госпитализации. К сожалению, вирус еще не побежден окончательно, возможны и неожиданные вспышки и волны. И важно то, что горожане могут быть уверены, что столица готова всегда прийти на помощь.